Существует легенда, согласно которой изобретатель сахарных пакетиков покончил с собой, когда увидел, что невежи не оценили его идею по достоинству. А вот как сильно расстроятся обладатели Шнобелевской премии за самые сомнительные и нелепые достижения в области изобретательства и науки, узнаем совсем скоро, ведь лауреатов объявили буквально накануне. И обладателем премии в области физики становятся ученые из Японии. Именно они на протяжении нескольких лет измеряли количество трения между обувью человека и банановой шкуркой. Работа проделана колоссальная. Изучено 12 видов банановой кожуры и несколько напольных и асфальтовых покрытий. Японские ученые из-за премии ничуть не обиделись. Им не привыкать, все-таки 8-й год подряд получают. А вот ученые, получившие Шнобелевскую премию в области здравоохранения, обрадовали катаманов всего мира. Оказывается, иметь дома кота или кошку совершенно безопасно для здоровья. А то поговаривали ведь, что в отдельных случаях это приводит к психическим расстройствам, вплоть до шизофрении. Так что, Вася, спокойно, с тобой сейчас пойдем домой. Австралийцам вручили статуэтку Шнобеля в области психологии. Они выяснили, что люди, которые поздно ложатся спать, более нервные, чем те, которые ложатся рано. В исследовании приняли участие 263 человека. Помните об этом открытии, засыпая после 12 часов ночи. В искусстве отличились итальянцы. Они измерили относительную боль людей, глядящих на картины и фотографии. После облучения подопытных мощным лазером выяснилось, что они страдали больше, глядя на странное и непонятное изображение. За арктические исследования взялись в Германии и Норвегии. Тестировали реакцию оленей Шпицбергена на людей, замаскированных под белых медведей. Олень, кстати, выглядит вот так. Выполнено 5 попыток знакомств с оленями под видом белого медведя. То есть сколько крови, как же остановить-то это все? А вот, между прочим, ученые из Индиане предлагают лечить носовое кровотечение вяленой свининкой. Возьми, может, получится. Ого! Это открытие присудили в области медицины. Работали над ним 3 года. Столько же, сколько и томичи над очень полезным изобретением – ранозаживляющей повязкой. Редакция программы «Утро на Енисей» тоже решила заявиться на Шнобелевскую премию 2015 года. Опытным путем мы выяснили, что на рост Людмилы, нашего редакционного цветка, телевизионная антенна никак не влияет. Делайте открытие вместе с нами и ждите победы!